Здравствуйте, друзья. Я уж, честно сказать, давно потерял интерес к обсуждению глюков, которые происходят на YouTube, и всяких технических неполадок. Но тут возник еще один, в связи с которым у нас много жалоб, сообщений и так далее. Вот выходит видео, и там, ну, те, кто как бы на стреме, они тут же раз его, а это видео звук дает, а картинки нет. Причем и раньше, собственно, там происходила такая вещь, что делается несколько разных файлов с разным уровнем разрешения. Поэтому, если вы прям только появилось, вы на него клик, там, может быть, будет разрешение там 360. А для того, чтобы появилось там и 480, 720, 1080, High Definition, нужно некоторое время. Так вот, это и раньше было, но сейчас уж совсем как бы пропадать начал. И я тоже это вижу, как пользователь, когда видео вешаю, начинаю смотреть, не дает изображать. Значит, что я приноровился делать в качестве такого workaround, да, в качестве решения этой проблемы? Значит, я иду на видео, видео нету, есть только звук. И там стоит, что оно 360, по умолчанию оно у меня так показывает 360. И тогда я меняю на 240. Как только я меняю на 240, появляется картинка. И после этого я уже могу перейти снова на 360, и картинка не исчезает. Ну, вот такое странное действие. Но, во всяком случае, если вас беспокоит того, что нет изображения, я думаю, что каждого беспокоит. И даже не то, что она вам, может быть, нужна, но что такое вообще? Нажимаешь, и нет изображения. Поэтому предлагаю такое решение. Спасибо.